Челябинске на улице Российской вспыхнула квартира. Один мужчина погиб на месте происшествия. Сообщается, что горящий дом самостоятельно покинули 10 человек. Еще 3 взрослых и 3 детей эвакуировали спасатели. Все подробности расскажем в сюжете. Пожар начался в комнате, которую снимал 73-летний пенсионер. Это заметила собственница. Она смотрела телевизор в соседней комнате. Женщина почувствовала запах гари, вышла в коридор, но там уже были языки пламени. На месте работало 3 единицы техники, 10 человек личного состава. Пожилого мужчину спасти не удалось. Он погиб. В Миассе во время пожара погибла пенсионерка. Известно, что все случилось в многоквартирном доме на улице Молодежная. Очевидцы вызвали пожарных. С помощью спаскомплектов спасатели эвакуировали 6 взрослых и 2 детей. 64-летняя хозяйка квартиры погибла. 2 большегруза выгорели полностью. Многотонники вспыхнули после смертельного ДТП. Произошло ДТП 2 грузовых транспортных средств, в результате чего оба транспортных средства загорелись. После столкновения большегрузы вспыхнули. На месте происшествия скончался один из водителей. Все обстоятельства выясняются. Эта фура загорелась в движении. Пожар случился вблизи Златоуста. В МЧС сообщают, что большегруз вспыхнул во время движения. На место выехали 2 автоцистерны. К счастью, никто не пострадал. Причины пожара выясняются. Из кузова шел дым, а внутри были газовые баллоны. В Ленинском районе ночью на парковке едва не взорвалась газель. Вот она, газель, с которой газ идет. Все замерзло уже. Выходит, что за баллон, непонятно. Вызвали МЧС. Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали утечку. Обошлось без пострадавших. Также на месте работали скорая помощь и сотрудники ГИБДД.